Здоров, геймер. Наконец ты дождался релиза той самой игры, которую ждал вечность. Resident Evil 2 2019 года. К сожалению, наряду с этим знаменательным событием над тобой нависла явная угроза. Угроза, которая годами преследует все человечество. Она как враг, который готов безжалостно сокрушить твои самые сокровенные желания и ожидания. И имя этого врага – блогер. Я обращаюсь сейчас к тому, кто в ближайшие дни будет с головой погружен, играя в ремейк Resident Evil 2. Будь внимателен, не посещая форумы и YouTube-каналы на момент, пока не пройдешь игру до конца. Так как именно на поле боя по имени YouTube тебя будут бить по самому больному. По твоему доверию и любопытству. Враги захотят тебя сбить с толку, выдавая свое мнение за истину. Тебя попытаются раздавить и уничтожить, навязав свою точку зрения. Враг будет бить по всем фронтам и соцсетям, и главным их оружием будет спойлер. Мы выпускаем это спецсообщение, так как верим в тебя, геймер. Верим в то, что игра будет очень крутой, и она подарит тебе много положительных эмоций. Запомни главное правило. Сначала пройди игру до конца, и только потом подключайся в сеть. Будь готов к бою и жди дальнейших инструкций, не раньше, чем будет пройдена игра. Удачи, геймеры!